это сделали ремонт, поменялась врач, мы как перед Богом за ней трусимся. Очень хорошая, очень. Она в любое время дня, ночи приди, она всегда примет и хорошо обслужит. Оборудование много нового. Есть чем вот нашему врачу лечить пациентов. Все мы уже как бы предпенсией, есть куда обратиться, далеко ехать не надо, понимаете? По любому можно вопросу обратиться, и осмотрят, и полечат, и все. Сделают так, как нужно, правильно. Единственное, что у нас населения хватает, это аптечного пункта. По каждому вопросу надо ехать в Шебекино. И еще, конечно, хотелось бы физиокабинет у нас, потому что здесь тоже приходится ездить в Шебекино. Для доктора это большое удобство, потому что мы ведем пациента от рождения и, так сказать, до естественного конца. Мы знаем пациента, все его проблемы, все вот начиная с самого маленького и заканчивая самым большим. Поэтому в этом плане, конечно, семейная медицина – это очень и очень хорошо. У нас есть школа здорового питания, поэтому регулярно проводим, так сказать, опросы и, соответственно, коррекцию проводим по питанию, по весу. Ну, и есть у нас и отказы от курения, есть и снижение веса. Вот в течение месяца 5-7 килограмм могут сбросить люди. У нас тут еще в клубе танцы живота, и вот если сочетать питание вместе с этими танцами, вообще все шикарно получается.